Я говорил о времени. Сейчас я дальше буду пояснять, что я имею в виду под временем. И память. Так вот, для того, чтобы пояснить это, что я сейчас говорю, я приведу вам такой простой пример. Сложный пример сам по себе. Но в то же время доступен нам, потому что мы его на своей шкуре пережили или на шкуре наших отцов или дедов. Скажем, для вас дедов, а для меня отцов. Вы знаете, время имеет хронологические метки. Оно расположено или движется по линии, размеченной датами. Но когда мы в философии или в литературе, в нашей жизни сознательно говорим о времени, мы задаем какой-то другой вопрос. Непростой хронологический вопрос. Скажем, есть дата, мы задаем вопрос смыслов. То есть мы очерчиваем те ситуации, где со смыслом можно употребить слова «произошло тогда-то» и поставить дату. Произошло в детстве или в каком-то году. Ну, скажем, что-то произошло в 1937 году. Я задаю вопрос. В каком смысле можно сказать, что что-то произошло в 1937 году? Я это веду сейчас к иллюстрации тезиса о том, что реальность складывается в памяти. Возвращаюсь. В каком смысле мы можем сказать, что что-то произошло в 1937 году, а мы в 1984, и тем самым это позади нас на добрых там, сколько, 40 там, или 50 лет. Если взять реальное сцепление наших переживаний, реальное сцепление наших реакций, реальное устройство того, как мы видим нашего глаза, каким мы видим наши гражданские дела, то все, что происходило в 1937 году, происходит, в смысле возможностей наших душ, происходит и сейчас. В наших реакциях, в наших душах. В том числе в том, чего мы не извлекли или чему мы не научились на опыте 1937 года. Все, что там происходило в своих сцеплениях, живо и снова может произойти. Тогда я спрашиваю, в каком году расположены те события, которые происходили в 1937 году? Или в каком месте времени произошли? Я утверждаю, я не могу сказать, что они произошли в 1937 году. И то, что складывается как реальность, то есть реальность та, в которой мы живем, как нечто, реальность как нечто, в чем независимо от нас могут случаться какие-то вещи, определена во многом тем, чего мы не сделали в 1937 году или по отношению к 1937 году, то есть тем, чему мы не научились. Определена тем опытом, который мы не извлекли. Конечно, ясно, почему мы не извлекли. Мы не извлекли, потому что мы не имели публичного пространства для извлечения опыта, а опыт извлекается только на агоре, только в публичном пространстве. Там шар извлекаемого опыта должен покататься и обрасти мясом и плотью. Наша мысль нуждается в мускулах. Этот шар должен обрасти, покатавшись в резонансных отражениях. Но я задаю снова этот вопрос. В момент, когда случалось, и мы якобы запомнили это, какую инскрипцию мы делали в собственном своем теле, в своем чести своей, в своем достоинстве или трусости и
и достоинстве. Где инскрибировалось то, что потом помнится, то есть является возможностью, которая может быть актуализирована. Что может быть актуализировано? Я боюсь, что в 1984 году может быть актуализировано как раз то, что вызывает у нас ужас. Когда мы абстрактным умом вспоминаем 1937 год и считаем, что это произошло тогда. Может оказаться так, что мы так делали, то есть так инскрибировали или не инскрибировали, так извлекали опыт или не извлекали опыт, что мы реально живем не в 1984 году, а в 1937 году. И здесь память и время являются оператором всей массы наших психических возможностей и событий, и они помечают, где мы находимся во времени, а не хронологическая дата. По хронологии 1937 год где-то в давнем прошлом, а в реальности он расположен временем, оператором, то есть тем, который живет в измерении или задает измерение, о котором